В целях углубления и расширения сотрудничества с французскими регионами организована поездка представителей нашей дипмиссии в административный центр Франции, город Тулуза. В рамках поездки посольством совместно с агентством по экономическому и культурному развитию «Север-Юг» организован бизнес-форум с участием деловых и научно-образовательных кругов региона. Форум начался с презентации инвестиционного и экономического, а также туристического потенциала Узбекистана. Рассказали о реформах по либерализации экономики, инвестиционном климате, благоприятной деловой среде, внедрении широкой системы правовых гарантий и привилегий для иностранных инвесторов. Достигнута договоренность об организации визита делегации деловых кругов регионов в Узбекистан в сентябре этого года, в рамках которого планируется провести бизнес-семинар и кооперационную биржу, а также отдельные встречи в министерствах и ведомствах для обсуждения перспектив торгово-экономического сотрудничества. При содействии посольства Республики Узбекистан во Франции нашей компании удалось установить контакты с узбекскими деловыми кругами, в частности из Сурхандаринской области. Мы готовы посетить Узбекистан в сентябре этого года в составе делегации деловых кругов Окситании для налаживания сотрудничества с узбекскими компаниями в сфере сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии, а также новых технологий в области здравоохранения. В ходе мероприятия речь шла и о налаживании связей с Узбекистаном в реализации проектов с использованием новых современных технологий, в том числе беспилотное наблюдение за границами и категорированными объектами. Что касается партнерства в области образования, представителями Космического центра Франции отмечена заинтересованность к сотрудничеству с Астрономическим институтом имени Улугбека Академии наук Узбекистана. Озвучена готовность наладить отношения Тулузского университета с университетом общественной безопасности нашей страны. В рамках визита нашей делегации организована и встреча с заместителями мэра города Тулуза для обсуждения вопросов налаживания сотрудничества с городами Узбекистана, а также создания узбекского сада во французском городе и установления монумента одного из узбекских ученых-мыслителей. Также проведен и международный конгресс «Здоровье и безопасность в кризисных ситуациях». Он объединил ученых, исследователей, профессионалов в сфере безопасности, здравоохранения и экономики. Мероприятие позволило привлечь внимание экспертов и специалистов в области безопасности, чтобы лучше понять эволюцию данной сферы в постпандемический период.